Russia attacks not only physically. It has been waging an information war against the world and peace for a long time. Россия предлагает Украине такие вещи, которые, ну вот, происходят в Беларуси. То есть Украина должна стать такой, как Беларусь, с определенными нюансами. Она не должна быть плацдармом для нападения на Россию, прежде всего. Она не должна иметь ядерное оружие, не должна угрожать России. Она не должна запрещать людям, которые живут в Украине, разговаривать на любом языке. Там немало русских. Если они хотят разговаривать на русском языке, пожалуйста, пусть разговаривают. Вы же не запрещаете своим гражданам в Японии разговаривать на русском или на английском языке. Нет, вы не запрещаете. Точно так и в Украине должно быть. Никто не должен ущемлять кого-то. И ни в коем случае не должен расцветать там нацизм, чтобы он не превратился в фашизм, который мы пережили в середине прошлого века. Что тут плохо? Turn off Russian propaganda. Say no to fakes and war.